Перед нами работа еще одного из известных белорусских живописцев, и не только живописцев, а, в общем-то, художников, тоже середины 20 века, Павла Васильевича Масленникова. «Осень в Байдаках», 83-го года. Павел Васильевич Масленников тоже прошел очень интересный жизненный путь. Да, он тоже учился в Витебском художественном техникуме, потом оказался на фронте, воевал, то есть был участником Великой Отечественной войны, после чего очень активно включился в художественную жизнь Беларуси, вот именно после военного периода преподавал. Он также был ректором театрально-художественного института, работал в оперном театре, был художником-декоратором, очень активно и прекрасно справлялся вот именно с постановочными задачами и решал их. И впоследствии он также воспитал целую плеяду белорусских художников, преподавая и на кафедре живописи, и на кафедре ткани, да, и интерьера. То есть в данном случае мы можем говорить о том, что, несмотря на то, что сам Масленников имел исключительно живописные способности, но воспитать он смог очень разных художников, с очень разными темпераментными, с разными подходами. И вот здесь, наверное, это удивительное качество, когда сочетается и художник, и блестящий педагог одновременно в одном человеке. Ну, а говоря о пейзажном творчестве Павла Масленникова, то прежде всего, конечно, это лирический пейзаж. Для него очень важны были вот эти тонкие настроения, тонкие состояния. Здесь мы можем с вами говорить о такой поэзии в живописи, когда художник создает картину как стихотворение, где каждый мазок – это маленький такой вот, ну, тон, маленький рассказ, ну, маленькая история. И в данном случае мы с вами видим тоже очень характерный белорусский мотив. Вот такая одинокая березка, молоденькая березка осенняя. То есть это тоже очень выразительный образ и тоже, конечно же, поэтический. Да, то есть в данном случае мы можем говорить о том, что он всегда очень ловко находил мотив для своей картины, чтобы вот это состояние, особое состояние передать и показать вот в композиции картины. Ну и также я хотела бы отметить, говоря о Павле Васильевиче Масленникове, это, конечно, то, что в этом году мы празднуем его столетний юбилей, и вот сейчас у нас на галерее проходит выставка, где можно увидеть работу не только из коллекции художественного музея, но и из семьи художника, увидеть работы из Могилева, где находится его музей Масленникова, и, конечно, увидеть работы его учеников, как раз-таки посмотреть, насколько они все разные, насколько разный путь каждый из них выбрал, какой дорогой он прошел, и в данном случае мы имеем вот эту прекрасную возможность увидеть, что такое традиция в белорусском искусстве, с чего она начинается, и какие формы она приобретает, и как она продолжается уже в учениках, в следующих поколениях, и, соответственно, те идеи, которые когда-то пропагандировал сам Масленников, какое они нашли воплощение именно в его учениках, в его школе, ну, театрально-художественного института.